зима наступит, и наши дома подрушатся все. Ладно, если не накроют этими плитами. Вы посмотрите, они уже начали лопаться, оседает фундамент. Оседает. У меня веранда так, вот так вот отожла веранду уже. Потому что фундамент вообще все дышит, идешь, земля дышит. Такого не было еще. Обещаю, как обычно. Сельский совет тоже помпу поставили, сейчас мы вас откачаем. А что это помпа? Они пусть помощь выделяют нам. Все попропало. А что главное? А как устремлять детьми сейчас? Покупать будем. Мало того, что без урожая, вот представьте, она постирать не может. На руках стиралась сегодня. Потому что куда она будет воду? Все выливает. Извините за выражение, нам туалет некуда сходить. Насос, да, сгорел некогда. У нас на Чапаевске, вот соседка моя, у них стены дома начинают сыпаться, уже все. Обрушение. Обрушение, все, они все поубрали, все, говорит, не дай бог завалится дом. Да у нас то же самое будет весной. Сейчас вот это. Вы сами знаете, что мороз сейчас пойдет, она не успеет высохнуть. И они начнут трещать все.